Вже 17 липня в спорткомплексі Одеської юридичної академії на 4-й станції Великого Фонтану стартують вже традиційні боксерські змагання. Турнір пам'яті героя України, почесного громадянина міста Одеси Бориса Літвака за участі боксерів з усієї України відбувається вже вп'яте в нашому місті. Борис Давидович, засновник будинку з ангелом, заслужений тренер України, свого часу видатний одесит очолював Одеську обласну федерацію боксу, вніс великий внесок в розвиток цього виду спорту, а також тривалий час був директором другої спортивної школи і активно сприяв розвитку дитячого спорту. Щороку турнір пам'яті Бориса Літвака відбувається на базі спортивних комплексів Одеської юридичної академії і Міжнародного гуманітарного університету. Очень знаково, что второй год он уже проходит именно в стенах Национального университета Одесской юридической академии. Почему? Потому что президент университета Сергей Васильевич Кивалов и Борис Давидович Литвак, они были друзьями, они вместе открывали несколько площадок. Я думаю, что этот турнир, несмотря на COVID, конечно, будут соблюдены все карантинные меры, конечно, будет ограниченное количество участников, но, тем не менее, он станет, я думаю, что одним из этапов подготовки представителей нашей области, представители сборной. Буквально вчера президент Федерации Халид Мусаев, Александр Гордиенко, они инспектировали подготовку нашей сборной на поселке Котовского под руководством наших тренеров. И наша сборная готова очень хорошо. И я думаю, что она будет достойно представлена на этом турнире. Отдельно, конечно, хочется сказать огромное спасибо почетному гражданину города Одессы Сергею Васильевичу Кивалову, который непосредственно принимает участие в подготовке нашего турнира. Традиционно мы уже не первый год проводим этот турнир в Юр-Академии. Проводили на 8-й станции Фонтана. В этот раз приняли решение на Фонтанской дороге 23. Конечно же, отметить хочется и большую помощь президента юридической академии и человек, который сам занимался боксом. И он всегда рад, принимает участие в открытии, в соревнованиях, награждает наших спортсменов. И что немаловажно, сегодня открывается дорога для обучения наших спортсменов в прекрасных вузах МГУ и юридической академии. Через пандемію коронавірусу і важкість перетинання кордонів, на жаль, багато країн не зможуть делегувати своїх представників на турнір Літвака. Проте статус міжнародних у змагань залишається. Організатори чекають в гості боксерів з Республіки Білорусь. Натомість відтвердили участь у турнірі команди з більше ніж 10 областей України. Ми планували його провести масштабним, дуже сильним, з участием до 15 стран, але із-за коронавірусу, по идее, должна приехать одна Беларусь, ждем их, если у них все получится, приедут. Ну и до 10 областей Украины. То есть где-то в районе 80-100 участников. А это сейчас проходит этот сбор, заключительная неделя учебно-тренировочного сбора под руководством старшего тренера по юниорам Дмитрия Бабошко и старшего тренера по школьникам Владимира Осипчука. Хто представить Одещину на змаганнях, наразі з'ясовується під час тренувальних зборів у боксерському клубі «Атаман». Турнір пам'яті Бориса Літвака престижний. Вже багато років його переможці здобувають нагороди на першості України та міжнародних змаганнях. Середній вік учасників – 15-16 років. Можливо, вже цими вихідними ми побачимо майбутніх чемпіонів світу і олімпійських чемпіонів. Команда у нас сейчас сильная, как бы набираем обороты благодаря федерации бокса, очень хорошо поддерживает, помогает Халид Мусаев, как бы клуб «Атаман», старший тренер Антонов Сергей Алексеевич, Осипчук Владимир Геннадьевич, тренер, старший тренер по школьникам. В совокупности как бы мы готовим сильную команду. У нас все главные соперники, мы рассчитываем всегда на сильных, как бы. Там уже как получается. Турнир пройдет по возрасту 2005-2004 год. Ребята готовятся уже вторую неделю. Все максимально команда укомплектована. Все готовятся на полную свои возможности. Я думаю, что одесская команда займет первое место в любом случае. Три тренера работают на тренировке. Тренировки интенсивные, 2 часа. Готовим команду к этому мероприятию. Змагання відбудуться у 15 вагових категоріях. В останні дні перед початком турніру спортсмени інтенсивно готуються. Виснажливі тренування – шлях до успішного виступу на ринзі.
Ожидаю, что я выползу с тренировки просто. Ожидаю, что уже я максимально себя изгоню, максимально у меня уже не будет сил, чтобы в дальнейшем в ринге показывать лучшие результаты. Только настрой на победу, никакого другого настроя. Один только настрой, поэтому он не может. Самый лучший на победу и только на нее, больше никак. Ты можешь научиться много чему, обороне, либо же получить возможность попасть в профессиональный спорт. Бойовой настрой. Выиграть хочу. Нагадаємо, це не перший спільний проєкт обласної федерації боксу та Одеської юридичної академії. На Одеському узбережжі відбулися вже два відкритих тренування для всіх охочих. Найближчим часом на базі академії відкриється боксерський клуб, де амбітна молодь зможе реалізувати свої спортивні плани у повній мірі. Можливо зазначити, що це соціальний проєкт і тренування для молоді проходитимуть безкоштовно. Спортивная инфраструктура нашего университета, она всегда развивается. Даже та площадка, которая будет принимать на выходных турнир, она буквально несколько месяцев назад была обновлена. Была обновлена ее инфраструктура. Спорткомплекс на 8-й станции Большого Фонтана также. Он претерпевает огромные капитальные изменения. Именно поэтому турнир был перенесен на эту площадку. Но я думаю, что в течение месяца также нас ждет прекрасное открытие обновленного спортивного комплекса, в котором в том числе пройдет и чемпионат Украины по взрослым по боксу. Відкриття турніру пам'яті видатного одесита Бориса Літвака відбудеться о 18-й годині в п'ятницю. Також попереду нові змагання, які охоче приймуть Одеська юракадемія і Міжнародний гуманітарний університет.